Всем привет! Я уж собралась лететь в жару, как видно по мне. В общем... У-ху! Так... Заходим к нам в номер. Туалет. Ну, ничего интересного. А тут у нас два этажа! Пиу! Так, ладно. Привет из номера, просто потрясающе! Воу-воу-воу! Ох ты, какие хромы, хромы. Ищу туалет. Shake that. Нажал один. Полен. Итак, my hands... No, let's go here. Here. I want here. We have a beautiful nature here. Look at this. Trees and the flowers are like this, and the shit happens all the, over there. I like the way it's much. Красота. Мы все время говорим на каком-то русском, не русском. Только в Турции, только в Алании, только в Кремле Палас. Okay, man. Shut up. Okay, nigga. А белый лебедь на пруду качает машину. Куда тебя я? Где мой загар? Загарчика нет. Хочу есть. Все голодные, дайте поесть. Идем гулять по отелю. Да, надо слушать. Смотри, как я вот... Сохранять? Как меня сохранить? А, дабл-клик на двумя пальцами. Пиу! Я. Нет, на двумя... Так, наш отель. Показываю. Вот так он. Валь, бицуху. Бицуху давай. Бицуху, сестрой. Сегодня у нас концерт происходит там. После него будет самая тусовочка. Установили нам специальную сцену с какими-то... Не сцену, а площадку оборудовали. Я это все сниму и покажу. В общем, блин, там уже музыка играет очень крутая. И мне кажется, я просто буду там отжигать только так. Боже, там такая песня. Офигенная. Сори, что ничего не видно. Сейчас пойду туда тусить, я уже не могу, мне надо бежать, бежать, никакую песню не пропустить. Вы слышите это, надеюсь? И это просто за 3 километра от того места, где проходит дискотека, а пройду туда и будет просто, просто мега-пати, все, я бегу. Сегодня у нас 9 мая, поэтому всех с праздничком. Короче, дело к ночи. Мы покушали очень вкусно. И уже покушали?
А вы нет? А ты видишь по моему животу, что я покушала? А ты по моему? Да? Agree with your position, absolutely nothing no. Nothing no. Как вам отдых? Отдых вот так вот. Ой, я сейчас могу уснуть. Час лежать, а потом улетаем, и хочется, потому что, ну, сами понимаете.